медактивист РДШ. С вами медиацентр «Ровесник» гимназии номер 2. И сегодня мы вам расскажем об итогах декоративно-прикладного творческого конкурса «Ко дню рождения РДШ». Подведены итоги областного конкурса декоративно-прикладного творчества «С днем рождения РДШ» в рамках ежегодной всероссийской акции, посвященной Дню создания Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В муниципальном этапе конкурса приняли участие 120 человек из 11 городских округов Московской области. Балашиха, Воскресенск, Зарайск, Коломенский, Красногорск, Краснознаменск, Люберцы, Подольск, Раменское, Щелково, Одинцовский городской округ. На областной этап было предоставлено 46 работ по 5 номинациям: лепка, бумажная пластика, поделка комбинированного вида, вышивка и вязание, поделка из природного материала. Общее количество участников областного этапа составило 67 человек. Приходи и участвуй! С днем рождения, РДШ!